4-месячной девочке из Новосибирска нужна помощь. У ребенка диагноз – спинальная мышечная атрофия. В любой момент девочку может парализовать или остановиться дыхание. Лекарство, которое необходимо, стоит около 160 миллионов рублей. Для многодетной семьи сумма неподъемная, рассказывает Екатерина Ставко. Ребенку, когда здоровому даешь игрушечку, он ее хорошо хватает, тянет в рот. Софи надо вкладывать в ручку, и она... не может держать, в общем, у нее игрушечка падает. Внешне маленькая София Дорбинян ничем не отличается от сверстников. С интересом рассматривает игрушки, много улыбается. Болезнь выдают слабые мышцы. По словам мамы, беременность протекала хорошо. Девочка родилась в срок. Тревогу забили примерно через полтора месяца. Ребенок не проявлял активность, не держал головку. Диагноз генетиков – спинальная мышечная атрофия. Без терапии до 2 лет такие пациенты вообще не доживают. У нее каждый день на счету. Она каждый день может там что-то происходить. Мы живем постоянно в ожидании какой-то беды. Для этого диагноза есть единственный препарат – спинраза. Это очевидно для всех. Но, к сожалению, регион нам не назначает препарат без заключения федерального консилиума. Ради документа пришлось лететь в Москву за свой счет. Заключение консилиума получили, но препарат до сих пор не назначили. По словам мамы, от них требуют прохождения очередных обследований. Бумажная волокита растянулась на месяц, и когда начнется терапия, непонятно. В столице семье порекомендовали другое лекарство – Зольнгензма. Но это самый дорогой препарат в мире. Для нашего заболевания он, наверное, самый эффективный, потому что он позволяет исправить дефект гена, из-за которого, собственно, заболевание происходит. Но в рублях примерная сумма сбора с текущим курсом и с текущей примерной ценой ввоза в Россию, логистики, это около 160 миллионов рублей. Препарат спинраза придется принимать всю жизнь. Инъекции в позвоночник. Зольнгензма вводится внутривенно, и для полного выздоровления хватит лишь одного укола. Но поставить его необходимо до 7-месячного возраста. Сейчас Софии 4. Сумма 160 миллионов рублей для многодетной семьи неподъемная. Организовали сбор средств через фонд «Сбереги жизнь». Дайте, пожалуйста, маленькой девочке шанс на выздоровление и счастливое детство. Контакты указаны на экране. Екатерина Стывко, Артем Валевич, новости ОТС.